Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами вновь поговорим о миграционной политике Германии. И в этом видеовыпуске мы с вами рассмотрим те дебаты, которые возникли в прошлый вторник в Бундестаге по теме неконтролируемой волны мигрантов на территорию Германии из ряда других стран Евросообщества. Фридрих Мерц, скажем так, глава оппозиции, выступил с резким осуждением миграционной политики страны, с резкими выпадами против тех, кто стоит за вот эту вот миграцию, указывая на то, что чем больше у нас будет неконтролируемой миграции, чем больше у нас будет вот этих вот нелегальных мигрантов, едущих не пойми откуда, тем хуже будет не только для всего населения страны, но и для самой страны, как на экономическом, так и на политическом уровне. Весь парламент разделился на два лагеря. Те, кто за эту миграцию, и те, кто против этой миграции. Естественно, оппозиция была против. К этой же оппозиции, в этот лагерь, в их сторону, стали партия АФД, Альтернатива для Германии, и объединение Сары Вагенкнехт, утверждая, что нужно положить конец этой нелегальной миграции, всех нелегалов, которые обязаны быть депортированы в кратчайшие сроки, выгнать из страны и наладить саму программу вот этой вот миграционной политики так, чтобы в страну, если действительно страна хочет вливания новых умов, новых рабочих рук, чтобы в страну действительно приезжали те люди, которые здесь необходимы, а не абсолютно все, кто в своей стране совершил какое-то преступление, бежал сюда, совершая здесь преступление, получает еще пособие, а потом, как наша дражайшая Нэнси Фезер сделала, получает премиальные 1000 евро и отправляется к себе обратно на родину, чтобы вернуться снова. Замкнутый круг. И второй лагерь в парламенте – это были партии тех, кто выступал против закрытия миграционной программы, опираясь на тот факт, что если Германия закроет миграционную программу для всех вот этих мигрантов, легальные они или нелегальные, то в первую очередь Германия выставит себя в негативном свете перед мировым сообществом, перед Евросоюзом, нарушит свои данные обязательства перед Брюсселем, и, естественно, все мировое сообщество будет обижаться на Германию, так как она нарушает права человека, других людей, желающих приехать сюда. Дошло до того, что бундесканцлер Олаф Шольц сцепился с Фридрихом Мерцем и высказал следующее: «Вы хотите меня подтолкнуть к тому, чтобы я взорвал собственное правительство? Чтобы я пошел на поводу у вас, вместо того, чтобы выслушать мои доводы». То есть, получается, ну там еще перед этими дебатами, в воскресенье Олаф Шольц давал интервью одному из центральных каналов, и по высказанию журналистов после этого интервью Олаф Шольц выглядел достаточно самовлюбленно и самонадеянно, как они сказали. Он полностью стоит за миграционную политику, какая бы хромоногая она ни была. Естественно, Элис Вайдель и Сара Вагенкнехт встали на сторону, как я уже говорил, Фридриха Мерца, чтобы надавить на коалицию. Коалиция это у нас СПД, зеленые и вот эти вот желтые либералы. Получится у них надавить, продавить эту программу на закрытие или нет, покажет время. Но от партии зеленых Антон Хофрайтер, скажем так, почти единственный, кто в партии зеленых имеет высшее образование, высказал свой аргумент, что если Германия прекратит миграционную политику и закроет границы полностью, то, к сожалению, наша страна опустится в сумасшедший экономический регресс, и нас ожидает экономическая пропасть. Почему
с какой радости, почему он так решил, ответить трудно. Из того количества мигрантов, приезжающих в Германию ежегодно, вот, допустим, в прошлом году к нам приехало, по-моему, 360 с чем-то тысяч нелегальных мигрантов. Из них до сих пор никто не работает. В этом году только до конца августа приехало, по-моему, 270 тысяч тоже нелегалов. Я не говорю о тех людях, которые действительно просят политического убежища, бегут от войны, как вот с Украины, или из Сирии, или, допустим, из того же Сенегала, да? Или вот мне кто-то спрашивал, а что делают у вас там марокканцы и тунисцы? Я могу вам сказать про Тунис, нет, про Марокко. После того, когда там случилось сильнейшее землетрясение в прошлом году, очень много марокканцев приехало сюда, в Германию. Хотя многие журналисты утверждали, что вот, было четыре страны, которые тут же оказали финансовую и гуманитарную помощь Марокко, а вот Германия не оказала никакой помощи. Почему же они умолчали о тот факт, что Германия приняла много тысяч молодых марокканцев? Молодых, не тех, которые потеряли крышу над головой, семьи, а именно молодых парней. Вместо того, чтобы сказать им: ребятушки, давайте вперед, восстанавливайте страну, а мы будем принимать семьи. Ну вот это такая миграционная политика, какая-то двубокая, что с одной стороны вроде бы поступают хорошо, но с другой стороны получается, что вводят за нас не только свой народ, но и тех парламентариев в Брюсселе, которые им доверили проводить эту миграционную программу. Представительница от партии социал-демократов Германии, фрау Эскин, высказала тоже свой аргумент, примерно такой же, как Антон Хофрайтер, что если Германия и далее будет проводить жесткий контроль на государственной границе с соседями своими, то наша экономика, повторяет почти слово в слово за Хофрайтером, то наша экономика никогда не поднимется с колен. Нам нужны свежие мысли, нам нужны свежие люди, нам нужны мигранты. Потому что если мы не будем принимать мигрантов, то в первую очередь на нас плохо посмотрят за океаном. Вот так вот она сказала. Получается, что все-таки эта миграционная политика навязана Германии и Евросоюзу господами из-за океана. Хотя они сказать сказали, а что там будет, как в поговорке, а после нас хоть потоп. Местные политики кинулись на эту миграционную политику, и вот что мы сейчас имеем. В Германии на сегодняшний момент проживает 283 тысячи с чем-то там людей, подлежащих депортации. Но их не могут депортировать, потому что проволочки вот эти вот с их документами тянутся по немецкой бюрократической системе очень долго. Допустим, если у человека закончилось время его пребывания в Германии, то есть, допустим, ему выдали статус не беженца, а статус терпимого, и этот статус у него закончился, он подает через адвокатов от вот этих вот гуманитарных или психологических служб прошение на пересмотр его дела. Пересмотр длится примерно около полугода. То есть на время этого пересмотра, вот эти вот 6 месяцев, его не имеют права депортировать. Теперь вы понимаете, почему у нас так много нелегальных мигрантов, подлежащих депортации, все еще разгуливают в Германии по улицам. И это тоже, вот этот вопрос затрагивался в Бундестаге во вторник. Был действительно очень горячий день заседаний по миграционной политике. Нэнси Фезер почему-то молчала, сидя в стороночке, и не хвасталась уже так открыто, что вот она готова каждому нелегалу платить 1000 евро. Плати со своего кармана, дорогуша. Ее до последнего момента партнерша по миграционной политике Анна-Лена Бербок, наш министр иностранных дел, вдруг повернулась против Нэнси Фезер в плане того, что Нэнси готова отправлять мигрантов, нелегалов на родину. А вот Анна-Лена не хочет этого делать, потому что она сказала, что
в Сирию мы не можем отправлять мигрантов, так как там идет война. И мы не можем признать Сирию достаточно уверенным, стабильным государством. Точно так же, как и Афганистан. Хотя, да, мы прекрасно понимаем, что у нас очень много криминальных и уголовных элементов из этих двух стран, которые ведут себя отвратительным образом на улицах. Получается, что приезжать они могут сюда, но благодаря немецкой хромоногой миграционной политике и бюрократической системе выгнать их уже не предоставляется возможности вообще никакой. Помните, я вам рассказывал про вот этого 17-летнего маньяка из Штутгарта, который живет со своей семьей там, на севере города. Они занимают, семья, за 6-7 лет перебравшаяся полностью до последнего члена своей семьи из Сирии в Германию, насчитывает 16 человек. Это по немецким криминальным понятиям уже клан. Так вот, в этом клане 16 человек. Все они проживают в одном шикарном доме общей площадью 230 квадратных метров. Только на этом сирийце по имени Халиль, 17-летний, записано свыше 100 уголовных дел. Наркотики, нападение с холодным оружием на людей, избиение людей, кражи в магазинах, порча имущества в магазинах, безбилетный проезд и драки с контролерами. Только на нем 16 человек. Ну, мать там ни при чем, потому что мать — это мать. А все остальные, что папа, что братья, сестры, они все уголовники. Они все подлежат депортации. Но, по словам прокуратуры Штутгарта, их выгнать отсюда не могут, потому что они постоянно, они хитрые, они постоянно подают прошение на пересмотр дела. Или специально устраивают какие-то преступления для того, чтобы здесь задержаться. Тоже хитрые. И отец вот этого Халиля сказал журналистам следующее, что все его дети, все его родственники очень законопослушные граждане и мирные люди. Виновата в этом Германия и немецкая система. Ох, ты ж на тебе, блин. Что же вы тогда сюда приехали, если виновата в этом Германия? Оказывается, вот эта вот контора по надзору за молодежью, Югентамт, он обвинил этот Югентамт в том, что когда его сыновья буквально попадались на том, что их оклеветали в магазине на какой-то краже, или кто-то напал на них на улице, и они, чтобы защитить свою честь, дали сдачи этим людям, но те люди сказали, что эти на них напали первыми, их всегда полиция увозила в Югентамт. И в Югентамте именно вот его сыновей и дочерей испортили тем, что в Югентамте, оказывается, помимо вот этих вот сирийских бедных деток, сидят немецкие подростки иногда на каких-то беседах и так далее. И оказывается, они там курят прямо, по словам папочки этого Халиля, немецкие подростки прямо в Югентамте курят марихуану. И они испортили характер его детей. То есть детки сирийцы, приехавшие сюда, убийцы и преступники, были испорчены, ну, поверим на слово этому папе, немецкими подростками, курившими марихуану. Просто бардак какой-то. Может, надо немецких подростков выселять из Германии, а сирийцев сюда и афганцев приглашать? Может, тогда они успокоятся, а? Но то, что в Бундестаге после такого шумного дня во вторник, 9 сентября, 9 или нет, 10, 10 сентября во вторник, так и не пришли ни к какому обоюдному согласию и оппозиция, и правящая коалиция по теме миграционной политики, остается до сих пор открытым. И вот этот вот вопрос выселять или закрывать границы, чтобы не проникали новые нелегалы, все еще тоже остается открытым. Хотя Германия де-факто до сих пор держит границы закрытыми. Некоторых сирийцев, бандитов, уголовников, приехавших сюда из Австрии и имеющих статус беженца, полученный в Австрии, немецкие власти хотят выпроводить обратно. Но
Австрия сказала: нет, 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 нет. Так как они живут у вас уже больше, чем полгода и получают пособие, разбирайтесь с ними сами. Раз вы их приняли в своей стране, значит, они ваши беженцы, так сказала Австрия. С Брюсселя та же Урсула фон дер Ляйен, посматривая в сторону Германии, говорит: вы нехорошо поступаете. Вы нехорошо поступаете по отношению к правам человека тех нелегалов и беженцев, которые пытаются проникнуть на территорию Германии. В Германии ведь так много денег, так почему бы ей не поддержать людей в их беде? Бундесканцлер Олаф Шольц во вторник заявил следующее: да, на нашей Германии, на нашей стране лежит черное негативное пятно. Германия напала на другие страны, когда здесь был режим неонацистов. Мы приносим почти каждый день извинения то одной, то другой стране. И мы не можем так просто закрыть границы наглухо, чтобы не принимать сюда никого. Мы сейчас должны оправдать доверие народа, оправдать доверие людей в других странах о том, что действительно Германия является нормальной, хорошей страной, а не все еще наследницей нацизма. И Олаф Шольц сказал, что он стоит против тотального закрытия границ, против жесткой депортации мигрантов, которые здесь не работают. Но по поводу вот этих вот нелегалов, которые устраивают здесь сексуальные преступления, нападают на людей с ножом, он почему-то ни слова не сказал. То есть это его, можно сказать, не касается. Он стоит за миграционную политику, он стоит за лояльное отношение к этим людям, он стоит за идею интеграции этих людей в жизнь страны, но он категорически вернее, против глухого закрытия границ. Фридрих Мерц, наоборот, сказал, что нужно всех мигрантов, которые здесь уже сколько лет находятся под графой подлежит депортации, выселить в те страны, из которых они к нам приехали. Скандал был дикий, скандал был дикий. Передача по телевизору шла в прямом эфире этого заседания. Довольно-таки было интересно посмотреть все это, послушать. Ну и, конечно же, вот этих вот политиков, которые высказывались по несколько минут, кричали с трибуны, что этот плохой, а вот этот хороший, а этого мы вообще все любим, потому что он лапочка, красавчик, неважно, что он тупой в миграционной политике. Были и такие. Пока что остаются две жестких партии, которые требуют кардинально изменить миграционную политику Германии и принять жесткое решение по вопросу миграционной политики, по вопросам нелегальных мигрантов, пытающихся ежедневно проникать на территорию Германии. Это альтернатива для Германии во главе с Элис Вайдель и с объединением Сары Вагенкнехт. Сара Вагенкнехт, кстати, вот на следующий день после этих заседаний в Бундестаге сказала журналистам, что все вот эти нелегальные мигранты почему-то чувствуют себя у нас слишком вольготно в стране. Надо прекращать эту программу хотя бы с финансовой стороны. То есть, если они приехали сюда, пару месяцев им дали на адаптацию, дальше, если вы действительно хотите доказать свою толерантность к немецким законам и хотите интегрироваться в немецкую жизнь, вы обязаны начинать работать. Сказала Сара Вагенкнехт. Так говорят многие политики, не только она. Многие политики так говорят, но видно, кому-то все-таки выгодно платить людям, чтобы они не работали. Да, именно так. Не давать деньги тем, кто не хочет работать, а платить деньги людям, чтобы они не работали, чтобы они сидели в этих лагерях для переселенцев, для этих беженцев. Друг друга избивали, друг друга резали, друг друга насиловали, метелили охрану, выбегали на улицы, пугали людей, воровали в магазинах продукты питания, разбивали полки, бутылки, дрались с полицией. Кому-то, наверное, это выгодно. Они, наверное, хотят, чтобы на следующий год, когда будут выборы, вдруг
внезапно навести порядок и сказать своей вот этой правящей коалиции, которая сегодня трещит по всем швам и терпит сумасшедший крах, сказать следующее. Мы вам обещали навести порядок, мы его навели. Ну а порядка до сих пор никакого нет. И вряд ли этот порядок с сегодняшней правящей коалицией будет и дальше в стране. Поэтому, так как поступили Саксония и Тюрингия, почти наполовину вместе с ЦДУ избрав АФД и Сару Вагенкнехт, это дает хороший, серьезный сигнал для того, чтобы вот эта правящая коалиция задумалась над тем, что она делает, какую политику уничтожения собственного народа она проводит. И если они сейчас не одумаются, то в следующем году никого из них, ни Олафа Шольца, ни их кабинета министров не будет на своих местах. Они все уйдут в историю Германии. Увы, негативную. Положительного они не сделали практически ничего. Анна-Лена Бербок, которая кричала, что ей плевать на свое население, пока на Украине идет война, она будет всей душой и сердцем болеть только за Украину. Да мы все болеем за то, чтобы эта война поскорее закончилась. Мы все были в шоке от того, что Россия напала на Украину. Все были в шоке. Но ты, министр, какое ты имеешь право открыто заявлять, что тебе плевать на свое население, пока на Украине идет война? То же самое может завтра сказать, допустим, один из ведущих политиков от ХДС, ХСС, о том, что ему плевать на местное население, потому что где-то в Мозамбике или в Конго идет война, нужно помогать там. Примерно такое же вот восприятие действительности будет у людей в отношении этого человека. Будем смотреть, как наши вот эти вот моменты, высказываемые политиками в Бундестаге по теме миграционной политики, себя проявят. Будем ждать решений, будем ждать результатов, а там посмотрим. Вдруг действительно к власти в стране на следующий год придет Маркус Зёдер, которому уже сегодня пророчат место бундесканцлера. Хотя в прошлый раз он говорил, может быть, но мое сердце бьется только для Баварии. И он уступил свое место другому кандидату, который провалил предвыборную кампанию в пух и прах. Сейчас же он один из фаворитов на место бундесканцлера в следующем году. И в интервью на телеканале НТФАО он на ответ на вопрос журналиста, ну так что, готовится к его кандидатуре как канцлера или нет, он сказал, и да, и нет, и вообще-то я не знаю, но это как решит партия. Вот что сказал Маркус Зёдер. И да, и нет. И оставил надежду. Будем надеяться, как говорится. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями и нажать на колокольчик. И если хотите высказаться, пожалуйста, мы всегда готовы выслушать вашу точку зрения, выслушать ваше мнение. Естественно, все комментарии мы читаем. Не всегда получается заглядывать в папку со спамом, потому что если комментарий ушел туда, значит, это не мы его туда отправили, это его отправили туда ютубовые роботы. Если мы проверяем эту папку раз в неделю и раз в две недели, мы фильтруем, какие допустить, какие нет. Ну а если нет, значит нет. Значит, они не соответствуют правилам поведения на канале. Ну, не забудьте о подписке и всем удачи. Не болейте. Пока.